Всем привет! Хочу поздравить всех с Новым годом, с наступившим уже и с Рождеством Христовым. Пожелать всего самого наилучшего. Сегодня на улице 6 января, прекрасная погода, солнце светит, ветра нету вообще. Показывает, что 9 градусов, он ощущается намного теплее. И вот пришли мы на пасеку, показать, что творится на пасеке. Начну сначала с двух ульев. Которые не тронуты уже полтора года. Ну, как не тронуты? Сейчас я все объясню, и вы поймете. Значит, этот улей я полтора года назад или больше мне привезли матку с пчелой для того, чтобы я мог выводить из нее маточники и маток выводить. Я его в 18 году мне привезли его в середине лета, я им пользовался. В зиму 18 года я его не кормил. Но тут был рядом подсолнух, это на стационаре. Потом этим летом я эту семью всего лишь что я сделал. Значит, тут есть 300 рамки и 230. Вот такой здесь клубочек. Все, закрываем. Корма есть. Будем ворошить. Он достаточно развился, и я его быстренько просто поделил без маточников, без ничего. Взял рядом, поставил улей. Здесь есть в этом уле, значит, тут 230 корпуса. Здесь есть 300 рамки, мне кажется, я даже не знаю. У нижний корпус пустой, по идее. Здесь все 8 рамок. Сейчас откроем. Я их в зиму не кормил, я им ничего не делал. Ну, кроме обработок. Обработки я им делал. Значит, тут сидят, да, нижний корпус пустой. Значит, тут сидят вот отсюда и до сюда. Вот клуб у нас на 1, 2, 3, 4, 5, на 6 улочках клуб вот до сюда. Ну, вот такой хороший мячик, вот такой он. Языки построил я ему, вообще ничего, ни мед не брал, ничего. Хотя мед в этом году у нас не сказать, что было меда. Эти ульи не тронуты, кроме обработок лекарством, то есть и противоройвой, что я сделал, отводок, все. Маточник не ставил, матку не проверял. Потом в конце только посмотрел, есть рамка с расплодом, оставил. Все, даже ничего, просто вот так они стоят. Ну и пробежимся. На улице все зелено, все красиво. Солнышко светит. Вот такая дорожка зеленая. Вот вся наша пасека тут вот. Там я живу, в том селе. Пасека у нас находится под лесом. Вот пчелки сегодня летают. Те, что вот есть чуть тенек, вот на этот улей, например, тут никто не выходит. Сейчас посмотрим, кто тут есть. Вот есть клубочек. Сидят очень тихонько. Значит, отход на сегодняшний день составляет то ли 5, то ли 6 семей на всю пасеку. Я считаю, очень неплохо. Ну, весна покажет окончательно. Тут тоже вот тихонько сидят. Тут объединенные пакеты. Тут они порасползались. Уже клуб, наверное, довольно-таки большой. А вот тут уже летают пчелки, им светят. Тут солнце светит. Пчелки уже тут на полную летают. Посмотрим, что... Ой, сверху красиво, разошлись чуть-чуть. И вот такие у нас дела сегодня на пасеке. Расплод не проверяем. Ну, так, руку ставил, ну, тепло не было. Был бы тепловизор или термометр, проверили бы, а так ковырять не хочется. Вот тут маленький клубочек впереди стоит, перезимует. Весной будем сокращать все. Вот этот летает. Тоже небольшой клубочек разошелся. Пчелки сделают очистительные облеты, передают мороз еще. Корма у всех есть. Нужно уже готовить. Будет лепешки протеиновые. Как только облет. Вот тут посерьезнее идет так. О, даже нет, не успела укусить. Но хотела, давно не кусали пчелки.
давно. Такой гул приятный, правда, немного, но гудят. Вот тут они тоже летают. И тут клубочек есть, тоже неплохой. Поставили на литки, закрыли, вот такие сделали отверстия маленькие, чтобы наши мышки, которые здесь живут, вот тут красивый клубочек, чтобы они не могли зайти. Заодно кинули отраву на дно, если вдруг там была мышка, чтобы она тут, вот этот стоит в тени, закрытый этим соседним ульем, и пчелки стоят в клубе и не двигаются. Хотя, по идее, там донышко нагревается. Вот эти, наверное, у задней стенки начали гнивать. И вот такая у нас общая картина на нашей пасеке. Все кругом голое. Болото. Снега нету. Был тонкий пару раз, но сразу таял. А так только дожди. Даже этой ночью или вечером был неплохой дождь. Поливал. И вчера днем был хороший дождик. Вот тут стоят. Сейчас посмотрим. Вот здесь клубочек. Кстати, тут на этом улье я заметил один интересный нюанс. Сейчас я вам покажу аккуратно. Значит, про движение клуба на рамках. Там некоторые говорят, что нужно, если, допустим, здесь пчелы сидят снаружи, нужно взять там пустую рамку отсюда, кинуть ее сюда. Я вот что заметил. У меня клуб сидел вот сюда. Выступал. То есть пчелы были снаружи этой рамки. Я взял вот эту, она была пустой. Поставил с этой стороны. Вот видите, даже вот это стояло вот здесь. Вот здесь прилеплено. Вот эта часть стояла вот здесь прилеплена. Потом я пришел через месяц-полтора, посмотрел, пчелы уже сюда высунулись. Я опять взял вот эту рамку отсюда, поставил ее сюда на место. Вот она на своем месте встала. Теперь я вот думаю, стоит ли вот те губы, которые торчат, стоит ли их покрывать еще снаружи рамкой, или они все-таки так хотят по-своему. То есть для меня сейчас это вопрос, нужно ли это делать или не нужно. Если пчелы сами уходят в сторону. Вот солнышко красиво светит. Вот территория вся, правда, раскинута. Хочется, чтобы пчелки стали поближе. Вот тут клубочек в углу. Есть слабаки. Ну, не сказать, что много, но весна покажет уже. Точно определит слабенькие семьи. Будем смотреть уже по весне. Вот все сухо, чисто. Клуб небольшой, но есть. Ну, слабенький. Будем что-то делать. Отошли пчелы, те, которые были очень слабыми. Они и отошли. Вот тут позначен, что он слабенький, но я бы не сказал, что они слабые. Но тут кирпич вертикально, тут вообще очень слабый. Поживем, увидим. Посмотрим. Ну, тут вообще сухо сидят. Пчелки внизу в клубе. Вентиляция в крышке открыта. Если вентиляция закрыта, будет конденсат. Но это применимо к нашим ульям. Этот пустой. Он еще с осени пустой, но я их не убираю. Весной пригодятся рамки из него. Сейчас покажу одну семейку, что я сделал. О, это, наверное, не всем я так не буду делать, просто почему-то мне так пришло в голову, так и сделал. Значит, вот в этой семейке я поставил рамку лежа сверху. О, здесь клуб большой. Здесь, ну,
очень большой. Ну просто мне показалось, что они ушли от меда. Может, показалось. Вот такие вот у нас дела. Я напоминаю, что вы смотрите нас, и мы находимся в центральной части Молдовы, возле Кишинева. Если кто хочет узнать, где мы. Вот такие у нас дела на пасеке. Все, всем спасибо за просмотр. Кому нравится, ставьте лайки. Кому нет, сами знаете, что. Кто хочет, подписывайтесь. Всем всего самого наилучшего.